Знаете, у нас часто бывают оживленные дебаты в рождественский сезон на радиошоу «На линии огня» касательно празднования Рождества. И есть две линии аргументов. Один аргумент о том, что Рождество — это не по-библейски, потому что Бог дал нам по-библейски праздники и назначенные времена, и в Рождестве также есть много языческих традиций. Посмотрите, весь мир празднует его, это мирской праздник. Мы не должны этого делать, давайте придерживаться Божьего календаря. Другая сторона говорит, мы видим в этом Иисуса, это особенное собрание, на которое приходят наши родственники, это особое церковное служение. Мы ходим петь рождественские гимны в районе. Для нас это все говорит об Иисусе. Мы перечитываем Писание о рождении Иисуса у Матфея и Луки. И особенное время года, оно приближает нас к Господу. Вот мой взгляд на это. Это личный вопрос между вами и Богом. Это один из тех примеров, о которых говорит 14 глава послания к римлянам в терминах соблюдения определенных дней и годов, традиций и подобных вещей. Это вопрос личной совести перед Господом. Смотрите, мы все согласны с тем, что превращение Рождества в какое-то плотское и жадное празднование, когда ты влазишь в долги, чтобы семья купила подарки друг для друга, ставишь елку, объедаешься, как свинья, всем, что хочешь, все это не имеет ничего общего с Иисусом. Давайте не будем вплетать в это Иисуса. Если вы хотите делать это, то есть праздновать этот праздник, как хотите, это отдельный вопрос. Но если для вас Рождество относится к Иисусу, если Он превозносится через это празднование, если ваша семья через это приближается к Господу, если это священное время для вас и вашей семьи, и это помогает вам понять ценность того, что Бог послал своего Сына в этот мир чудесно. Это почитает Бога. Я не думаю, что Он недоволен этим. Вы скажете, да, но как же 10 глава книги Иеремии? Я имею в виду, разве 10 глава Иеремии не пророчествует о рождественской елке? Посмотрите, что говорит 10 глава Иеремии. Разве это не подробное описание рождественской елки? «Ибо уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». Я не могу сказать, как много людей спрашивали меня об этом отрывке. Вы спросите, разве это не относится к рождественской елке? Конечно же, это не имеет ничего общего с елкой. Это относится к людям из народов, язычникам. И Израиль тоже делал это периодически в истории. Они брали дерево и камень, делали идолов и говорили, «Вот ваш Бог, поклоняйтесь этому Богу». Потому нет, 10 глава Иеремии не запрещает ставить рождественскую елку. О, у нее языческие корни. Вы можете обсуждать это, вы можете спорить об этом, это отдельный вопрос. Если вы приходите к выводу, что это идольское, тогда не прикасайтесь к этому. Если вы приходите к выводу, что нужно следовать библейскому календарю, чудесно, делайте так и почитайте Господа. Но не осуждайте тех, для кого Иисус — центр этого праздника. Вы скажете, мы все знаем, что 25 декабря уходит корнями в Сатурналии, это поклонение языческому божеству. Да, но есть другие традиции, которые говорят, что поскольку так много идолопоклонников приходило к Господу, христианские лидеры сказали, давайте искупим этот день для Иисуса. И многие верят, что именно в это время родился Иисус, что вообще отдельный вопрос. Итак, для меня это личный вопрос совести между вами и Богом.